из тех песен, на которых я начал учиться играть на фортепиано, вот так вот. Несколько это было лет назад. Мы тогда начали готовить программу там для Дерфеста, и мне почему-то очень захотелось эту песню сделать в таком электронном ключе, и вот я понял, что надо чего-то учиться делать. И вот следующая песня, она примерно из того же времени, это песня моего белорусского товарища Паши Грина, песня на белорусском языке, называется «Я на Амальгине». У нас закохана.